Но, 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 но. Например, начнем мы вот с чего. Новость по поводу Юрия Дудя. Юрий Дудь, на какой-то хрен, не знаю, насколько это правда, но скорее всего это правда, решил к себе пригласить, угадать кого. Сталярова. Алексей Сталяров. Знаете его, да? Вот, сейчас, минуточку. Алексея Сталярова, зачем за кой Хрен вообще, непонятно. Но, приглашение было отправлено. Вот, пожалуйста. Алексей, привет! Сейчас, подожди. Алексей, да... Алексей, да ёба... Але... Алексей, привет! Это Юра дудит. У меня простой вопрос. Очень хотим увидеть тебя нашим гостем. То есть, встретиться и поговорить. Было ли бы тебе это интересно? Доброе утро. Думаю, я пока воздержусь, потому что в России с тобой не можем пока увидеться, правильно? Да, если встречаться, то не в России. Турция, Дубаи, Сербия Любая другая Европа Варианта два, либо мы подгадываем Время и дату, когда ты сам за границей По каким-то своим делам Либо ты специально приезжаешь А всю свою, твою точнее, логистику и жилье Мы берем на себя Так 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 Ну и что в итоге В итоге потом Столяров у себя в ТГ пишет Интересное предложение получил, вот что думаете Идем к Дудю, да или нет ну, конечно же, Алексей Столяров все начали писать. Да, 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 3200 сердечек, 700 лайков. Да, да, конечно. На что в итоге Столяров ответил. Ну что, мой любимый телеграм-канал, было безумно приятно прочитать ваши переживания в комментариях насчет интервью Юрия Дудю. Естественно, мы ему сразу же отказали, потому что, ну, во-первых, ничего общего мы никогда не будем иметь сын агентом и человек который критикует нашу страну естественно я не пойду к нему потому что это полный абсурд вообще ну и как поздала. я ставим? говорил ничего мне никогда не связывает с юрий дудзи и лайки я никогда ему не ставил Никогда лайки не ставил вообще. Ничего, это не было, все фотошоп. Это все матрица. Блять, как его напугали там? Ебаный свет! Я просто не представляю, что ему сделали. Жена текст писала. Ну, теперь уже не жена? Нет. Cedric Channel, спасибо. Просто интересно, что ему такого там наговорили? Вбили, скажем так, или побили, я не знаю. Что он так резко решил, вообще, ну, поменять свое мнение, скажем так. И искреннее, конечно, мнение теперь у него по всему этому поводу. Это все фотошоп на истории, поэтому не переживайте, конечно а, фотош... же, на... Бля, он реально утверждает, что это все фотошоп? Это все фотошоп на истории, поэтому не переживайте, конечно же, на интервью к нему никогда и ни за что не пойду. Он переобулся, да понятное дело. Ну, блядь, говорить о том, что все его эти лайки, если помните, были тогда вот эти вот события, связанные с ним, где там и он лайки Дуди уставил, вот, и даже некоторые комментарии оставлял, э Агрился, скажем так, наватников. А теперь смотрите, какой патриот у нас, да? Теперь-то он у нас, как бы скажем так, с иногентами то не общается. Что против власти пиздят. Ну, блядь. Ну-ну, ну-ну. Вот такая вот история. Ну, и тоже, сука, дурак, блядь. Да позови ты уже какого-нибудь соболева! Чё, нахуй тебе столяров? Просто я не понимаю. Столько вариантов позвать кого-то. Он, блядь, Столярова хочет позвать. Чего с этого Столярова спрашивать? Что он скажет? Соболев и сам не против пойти. А -а -а, у Дудя Соболев раза два был. Ну, не два, а один раз. Ну, а что бы его и второй раз не позвать? Учитывая ситуацию, все изменилось. Даже вот Соболев вся в, в ТГ пишет. Юра, я не зять Володина, не очень Жириновского, и даже не своя Кадырова, но приглашению буду рад. Остался я как просто, вот почему бы не позвать к Дудю, Дудь. Что это, сыкло или что? Я не понимаю. Ну позови, ну. Ну что ты, ну? Спасибо большое. Следующая неприятная новость. В России готовится мягко заблокировать YouTube. Наверное, вы уже слышали это сегодня. Нет? Если нет, то вы что-то плохо за новостями следите. Ребята, мягко? Да, мягко. Что это значит? Итак, в России готовится мягко заблокировать. Да, сука, ебаная телега, говно. YouTube, значит, да. Ростелеком начал тестировать сервис который может быть использован в цензурировании YouTube в России. Руководство Ростелекома предложило своим сотрудникам протестировать внутренний сервис доступа к YouTube, расположенный по адресу youtube.online.ru, сообщил глава общества защиты интернета Михаил Хуй какой-то в своем телеграм-канале. Он сослался на письмо, разосланное работникам Ростелекома. Сейчас сайт недоступен. Но на прошлой неделе через него можно было посмотреть любые тебя. видео, загруженные на американском видеохостинге. Да иди ты нахуй, блядь. Дай это самое. Новость почитать. Вот. А сейчас сайт недоступен. Но на прошлой неделе через него можно было посмотреть любые видео, загруженные на американской платформе. А сам ресурс внешне напоминал YouTube. Пиздец. Чего? Выглядит это как обычный скрапер контента как у пиратов буквально. Пока не, цензу... не цензурируется. Технически, если есть собственный скрапер, то устроить немного цензуры будет легко и непринужденно. Так. Ну, короче, какой-то левый сайт, через который будут цензурировать контент. Вот, вам будут доступны только определенные видео, которые страшно, разрешили. Очень страшно. Да, не знаем, да, что то есть, такое. да, знаем, да, то, то есть, скорее, скорее такое, всего, вы, -нибудь такое. Не... Да, да, какого нибудь Каца посмотреть, да, заткнись, Каца посмотреть какого-нибудь Варламова не получится, да, Навальный уж точно канал будет недоступен. Ну, я думаю, многим поебат в принципе, да, многие-то заходят на YouTube за мемчиками, тиктоками. Но то, что это будет какая-то левая сторонняя площадка, которая, вероятнее всего, еще будет глючить. Вот что неприятно, наверное, я хуй знает. с начала августа в России стали возникать проблемы с подключением по многим VPN протоколам, среди которых OpenVPN и еще какая-то хрень. По мнению разработчиков, перебои доступа вызваны новой волной блокировок Роского надзора. Обновление 18.00. Ростелеком подтвердил, что специалисты создали сайт для тестирования поведения пользователей на YouTube. Че, блядь? Полученные данные помогут повысить удобство в наших сервисах. Ага. Ну да. Ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да. Глянь, сайт через веб-архив. А давайте попробуем. Я тоже хотел это сделать. Веб-архив. Давайте попробуем. А, ну веб-архив. Походу, опять сегодня не работает. Звучит как фейк. Не, ну это подтвержденная информация, поэтому не то, чтобы это прям фейк. А, есть что-то, есть. Так, 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 так. Ну-ка, надеюсь, загрузится. Есть за август. 18 число. Какой-то скриншот с этого сайта. А ну-ка. А ну-ка. Ну, давай, давай, загружайся. Ну. А? Реально пишет YouTube. Подождите. Опа. Так подожди. И чё? ху загружается через этот веб-архив? Да! Короче, не загружается эта хуйня ваша, блять, Этот ваш сраный веб-архив, который бы уже не помешал бы закрыть, если уж вы не работаете, то нахуй вообще существуете. Вот, короче, не знаю, насколько это правда, что в итоге будет. Заблокирует ли YouTube мягко или твердо? Непонятно. Вот есть еще такая хуйня. Уважаемые коллеги, тестируем сервис доступа к YouTube целиком продолжает совершенствовать собственные цифровые сервисы и помочь и помощь сотрудников в этом процессе неоценима. Сейчас мы тестируем функционал работы анализаторов, удобства использования популярных платформ видеохостинга. Чтобы проверить ряд гипотез, создан внутренний сервис доступа к YouTube. Он поможет собрать статистику и улучшить наши алгоритмы. Сегодня именно у вас есть возможность принять участие в стрессе Что делать? Придите по ссылочке и Посмотрите несколько газет. видеороликов Не думали с Алиной научить Бубу той кнопкой, которая говорит говно? Закупиться другими голосовыми кнопками Научить его коммуницировать с вами Ты что, вообще, что ли? А, оцените для себя скорость загрузки страниц Видео, рекомендации и прочее Ответьте на 5 коротких вопросов Жди минус твич Думаете, для твича такое придумают? Как они будут? Трансляции там это контролировать? Какие-то пропускать, какие-то нет? Так, сегодня мы разрешаем Хес Посмотреть сегодня у него политики нет Сегодня он в ТикТоке смотрит. Или, знаете, типа в определенные какие-то моменты на моем стриме они будут отключать доступ. Как, знаете, кнопку нажимать, переключать, типа... Опа! что Хес начал говорить про политику. Отключаем. Так, ага, вернулся к ТикТокам. Включаем. Прикольно будет, конечно, вообще классно, блядь. В российских кинотеатрах не выйдут в прокат Барби и Эппенгеймер. Фильмы не покажут, она на онлайн-платформах, по данным бриф, Минкультуры России негласно запретила кинопрокатчикам обращаться в ведомство за... че бля? Дед, иди нахер! Уже сказали, будет. Блять, то будет, то не будет. Задолбали. Посольство США в Беларуси призвало в своих граждан немедленно покинуть страну. Помнишь, тебе писал МРБист? А ведь ты мог быть русским в видосе. Наверное. Я, 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 Кудфорс. Спасибо большое. Только сейчас. Ну, не знаю, ну, посольство США в Беларуси призвало своих граждан немедленно покинуть страну. Не знаю, что там граждане Америки делают, но, тем не менее. Что это значит? Не знаю. Не так давно посольство США призывали немедленно покинуть еще какую-то страну. Но вроде ничего не произошло. Поэтому меры предосторожности, возможно, какие-то, да, не более. Хуй знает. Вот, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но что-то они призывают, короче, что-то да. Помнишь, ты говорил, что у Варламова должен появиться? Так что в итоге, где глянуть? Ох, блядь, это пиздец. Чел, я там уже давно появлялся. Ты все проспал. Да-да! Да-да. Итак, что еще? И только что, буквально перед тем как я запустил стрим, ребята. Заткнись. Э -э, вернулся наш любимый видеоблогер. Евгений Пригожин записал новое видео. И появлялся он очень долго после мятежа. Попытки мятежа. И тут опять. Но. Теперь уже не из Украины он видео записывает. А. А. А из Африки, нахуй. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. Делает раз. Росс... Сука, ты, блядь. Дай посмотреть. Россию еще более великой. Окей, На ма. всех континентах. Угу. А Африку еще более свободной. На всех континентах это... Где? В Африке и все? Справедливость и счастье для африканцев. В Африку, говорит он, свободный делает. Россия. Африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Mm. Берем на работу настоящих богатырей. И продолжаем... ИГИЛовцы, если не ошибаюсь, в Кремль приезжали не так давно. Или я ошибаюсь, ребят, могу ошибаться реально. Может, я хуйню какую-то говорю. А, талибы были, извините, талибан, да. Выполнение задач. Перепутал, которые были поставлены, и которые мы давали обещание, что справимся. Вы там обещания давали, теперь они дают обещания в Африке. С чем они там справляться Дайте. будут, непонятно. Ты заебал мои донаты пропускать. Давай клип легалайза глянем, сука. Если не хочешь, так и скажи, если хочешь... Ой, ты заебал, блядь. Ты видишь, что я делаю? Время будет, мы посмотрим клип легалайза. Хм, ну, в Африке у них нормально все было. Так а что они там делают-то в Африке? Я не совсем понимаю просто. ТГ Шевцова, ТГ Шевцова. Сейчас, 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 сейчас. Итак. Моргенштерн вновь хочет писать реки... Привет. Не-не-не, делает... ну не такие треки, нет. Маринштерн вновь хочет писать треки для русской аудитории. Главный иностранный агент страны пожаловался на то, что въебал кучу денег на фит западным артистом Рич Закид в надежде покорить Америку. Но все, что он получил, это наплевательское отношение, несоблюдение контракта и воровство вещей со съемочной площадки. После такого опыта Алишер решил заморозить все проекты с зарубежными артистами и вернуться на российский рынок в надежде снова покорить вершины СНГ-шных чартов. Вот такая вот фигня. У него видос вышел? Да, я знаю. В принципе, там небольшое видео можно будет посмотреть, если хотите. 17 минут. Как раз что-то про Америку. Про какой-то плохой опыт в Америке. Вот мне интересно, что у него случилось. Ну, видимо, вот это и случилось, да? То есть тут как бы про это речь. Вот. А -а так, и последнее, 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 последнее. Блядь, сейчас скример будет, ребят, готовы? Гандон. Гандон. Гур подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. По словам какого-то Андрея, внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Гур внимательно наблюдает за ходом конфликта, чистками генералитета, арестами, спецмерами, загадочными смертями представителей силовых элит РФ. Ой, не знаю, не знаю, насколько это правда, конечно, но... Чего они там пытаются, кого сменить, на что? Хуй знает, с какими целями и для чего. Хер знает. Что из этого в итоге потом в будущем получится, хер знает. Да, ну, пусть жрут друг друга. Так, дальше. Что еще? Видите, у вас рофлы. Короче, что-то там Шевцов пукнул у себя в ТГ. По поводу Пригожина. Пригожин уже в Африке, зачем он там? Я не особо углублен в африканский вопрос, но тем не менее. Что-то уже могу объяснить, кто вообще не выкупает, что происходит. Африка это кладезь полезных ископаемых. Золото, алмазы, литий, нефть, газ и так далее. Немало из этого контролирует Франция. Открою тайну. Колонии у нее никуда не делись. Сменилась лишь форма эксплуатации. Начнем с базы. Франк-фа. Африканский франк, который ведем в странах Африки. Франция контролирует э, монетарную политику этих стран и влияет на их внешнюю и внутреннюю политику в свою пользу. Про французские элиты, которые выгодно продают Франции необходимые ресурсы для обогащения и совершенствования ее энергетической безопасности. Короче, простой лют, это Франция здорово так заебала. Если вы посмотрите на бывшие британские колонии, сравните с французскими, охуеть, какая клака остается после французов. Потом, потому поверить несложно. И тут появляется Россия с громкими словами, деколонизация, которая еще охуенно бот-сетью в интернете, через свои каналы и на ТВ обрабатывает население. Франция сейчас начинает проебывать Африку. Россия имеет сильный шанс там закрепиться и все эти шахты, рудники с ценнейшими ресурсами присвоить себе. Перево... <клево> Переворот в... Э в... Переворот в Найджере. А, Что было? Про французские силы были свергнуты, про российские. Найджер — это уран. Основное топливо ядерных реакторов. Он критически нужен и Франции, и России. Сейчас в Африке самая классическая колониальная война в гибридной форме. Через всякие прокси в виде ЧВК. Это классическая битва жабы и гадюки. Злом являются все стороны. А обычный африканский народ меняет лишь форму цепей. Вот так вот, ребята. Такая-то вот хуйня. Но это по мнению Алексея Шевцова, собственно говоря. Вот. А также Пригожин объявил о наборе бойцов для работы в Африке. Нет. работа а африку еще более свободный uh -huh. берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач которые ну вы поняли мы это уже смотрели так богатыри на месте